В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком, в Химках проведут тематический прием граждан ко Дню пожилых людей. 27 сентября пенсионеров проконсультируют по вопросам социальной защиты в общественной приемной администрации городского округа по адресу: улица Московская, дом 15, кабинет 12. Дополнительную информацию о приеме можно уточнить по телефону 8 495 572 73 38. Специалисты будут работать с 9 утра до 6 вечера.